Владимир Маяковский. Скрипка и немножко нервно. А также финал из поэмы «Люблю». Вывод. Скрипка издергалась, упрашивая. И вдруг разревелась. Да так по-детски, что барабан не выдержал. Хорошо, 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 а сам устал. Не дослушал скрипкины речи, шмыгнул на горящий Кузнецкий и ушел. Оркестр чужо смотрел, как выплакивалась скрипка. Без слов, без такта. И только где-то глупая тарелка вылязгивала, что это, как это. А когда геликон меднорожий, потный, крикнул: «Дура! Плакса, вытри!» — я встал, шатаясь, полез через ноты, сгибающиеся под ужасом пюпитры. Зачем-то крикнул: «Боже!» — бросился на деревянную шею. «Знаете что, скрипка, мы с вами ужасно похожи! Я вот так же ору!» А доказать ничего не умею. Музыканты смеются. Влип как. Пришел к деревянной невесте. Голова, а мне наплевать. Я хороший. Знаете что? Скрипка. Давайте будем жить вместе, а? Не смоют любовь ни ссоры, ни версты. Продумано, вымерено, проверено. Подъемлет торжественно стих скороперстый, клянусь. Люблю неизменно и верно.